Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Каратаев Игорь. Неизменно по-прежнему меня зовут Каратаев Игорь. И хочу я вам показать вот такую вот штучку, пришедшую к нам, опять же, соответственно, из Китая. Да? Это лазерный уровень. Мы его вскрыли уже, смотрели, так как вот эта данная вещица у нас уже приходила. И сейчас она пришла опять с обмена. Мы ее меняли. Поэтому мы сразу, прежде всего, открыли и посмотрели, что же с ней и в порядке. Пришло то ли или нет. Так. В комплекте, да? Входят вот такие вот отчетчики. Что-то тут. Зачехлились. Так, вот такие вот очки. Ну ладно, нам интересен вот такой вот агрегат. Вот так вот он выглядит. Что это? Открывается уже что-то. Ладно. Вот видите, здесь кнопки какие-то. То есть кто за что отвечает, непонятно. Так, объем включается. Он. Не знаю. Отдадим клиенту, пусть посмотрит. Надеюсь, здесь уже все будет работать. Не знаю, как он на самом деле работает. Ну, прошлый уровень. Он сказал, что какие-то были в нем дефекты. То есть, ну вот так вот он выглядит. Отсюда лучи бьют, да, в разные стороны. Смотрите, прикольно. Головка шевелится. То есть она вот так вот ходит. А, ну тут вот на зарядку ставит, наверное, разрядилась. Что же есть в комплекте еще? Так. Есть рулеточка, батарейки. А куда тут батарейки вставляются? А, ну вот, наверное, сюда. Да, батарейки вот сюда вставляются. Отвертка. Вот маленькая. Вот такая вот отверточка комплекта. И соответственно, как ее эксплуатировать. Была вот такая в комплекте тренога. Ну, тренога осталась у клиента. Так как тренога была в порядке, она была без дефекта. А вот это вот сама, вот этот сам уровень, да, мы его обменяли. Поворот видите на 180 градусов, да, вот, как я его уже крутил. Что тут еще интересного есть? По описанию, по картинке, что можно выявить. Собственно, ничего я больше поэтому сказать не могу. Профессиональный уровень линий, да, соответственно. Ладно, возьмем. Потом у него совет по моменту эксплуатации. И, может, он приедет и посмотрим, как он включается, заводится. И все остальное работает. Собственно, об этой вещице я вам... Наклеечка ободранная. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, ставьте лайки и ждите новых обзоров.